Итак, обещанный ролик, откуда берется вода. Мне крошку из чая досталась вот эта вот канистра. 48 литров. И вот такая катачка. Мы тут с батей маленько ее совершенствовали, чтобы не разгиналась вот эта вот штука. Мы там такие штучки приварили. Ну как, мы приварили. Ну, я помогал, конечно. Чайки берем? Да, не пойдут, наверное. Очень много. Блядь. А этот где? Ну, опять ушел. Ну, надо на веревочке. Поел и пошел. Он сейчас поделает. Здравствуйте. Дома сидит. Нет, фу-фу, к ней. Сегодня вроде ходили гулять. Ну, я сюда их здесь. Да давно пора уже в этом. Потом был. Меня получишь? Слава Богу, ходит недалеко. Это радует. Вот теперь мотать, посчитать, сколько времени набирается вода. Зимой эти колонки, когда холоднее минус 30, а это бывает очень часто, они перемерзают, и вода не идет. И приходится ждать, когда постоянно дефилируют ремонтные бригады, они отогревают эти колонки, и вода опять начинает идти. Ah!
там уже тайга. В ту сторону это уже как бы тайга. Если маленько налево свернуть, мы упремся в наш родной город. Да. Так это туда кати? Воду-то туда кати. Слушай, надо же ничего не помнить. Пойдем, пойдем в ванну, покажем, как делать. Где я тебе? Так все равно сейчас пойдешь еще. Ну, смотри, снег нападал, надо сейчас посмотреть, где этот фенин портал. Куда он ходит, уходит. Пятки наступает. Ну, заходи в баню, снимай оттуда. Вот эта штука, ребята, которая у меня в руках. Весит ровно, как я. Я практически муравей. Поднимаю больше собственного веса. Я вешу 61-63 примерно. Бывали времена, когда я весил 70. Но это если с гирей в руках. А в этой канистре... В этой канистре 50 литров воды и плюс сама канистра около 10 килограмм. Вот считайте, сам себя ношу. Сегодня мне придется так сходить 5 раз. Я себя быстренько уберу, чтобы не подкину и уберу, чтобы не мешалось. Трубка, я еще раз говорю, огромная. Ест баня очень много, да. Это накладно. Блин. Что туда бревен напихал? Я их не стал рубить, чтобы... Что бы на подольше? Опа! Сюда входит ровно фляга, на удивление. Чтобы сильно не напрягаться, я маленько сливаю. Покажу сюда. Наливаю водичку. Сейчас в баню. Еще две такие фляги. И домой две фляги. Ну, ништяк. О. Ну, а что дома? Что будет показывать, не показывать? Да, что там? Вот там стоит еще одна емкость на, ну, литров на 60, наверное, да, она побольше маленькая. Вот. Она как бы техническая вода. Мы моем там все такое. Вот. А надо же и помыть посуду, и в унитаз сдернуть. И ребенка каждый день мы моем. Ну, бывает не полностью, бывает там, как гигиена просто. Вот. Ну и попить, приготовить. Руки помыть. Мой до дыр у нас там есть. Мой до дыр. Ну что тогда? Потом покажешь сам. Ну ладно, я там вторую часть тогда сниму. Ну ладно, побежали нас за следующие. Дорогие друзья, вот эта вот часть дома, которая находится в строительстве. У нас расширительный бак. Вот. Это вот труба, которая идет к батареям.
Там фикса. И он никуда уходит. Короче, унитазик. А это, ребят, это мой додыр. Мой, еще и додыр. Вот. Она так сговнякали на скорую руку. Здесь водичка у нас. Так, мы тут можем посудить. 13 литров. Да, так. Эй! Эй, все выкидываем. Так, тут видно, видно. Вот, да, сюда вода стекает. Короче, вот та самая героическая фляга. Здесь мы умываем ребеночка. Техническая вода. Вот таким. Там спрятан бойлер вот под этим одеялом, который впоследствии должен висеть как раз вот здесь. У меня дырочка ставлена, тут там уберут, посмотрим, как он встанет. Батарея выглядывает, подмигивает нам батарея. Вот. Ну и вот так вот хранится вода здесь. Так вот закрываешь ее, чтобы мусор не летел. Надо. Открыл, вычерпнул. Вот черпачок мой. Сейчас я ей покажу. Берешь. Прожимала. Вот водичка. Хочешь пей. Хочешь пей. Хочешь кипяти. Хочешь варить что-нибудь. Вот так. Вот вам, пожалуйста, обещанный репортаж про воду. Счастливо в попе слива. Пока в попе мука. Комментарии пишите. Все. А, сейчас еще покажу. Имбирька сидит. Тут тепло, он греется. Ну, он туда залазится, котел там греется. Вот это вот куб воды, то есть тонна. Когда мы делали пол, к сожалению, старых уже досок, даже не осталось новых. И мы под этой емкостью мы сделали усиленные столбы, поставили на них, положили лаги, уже на лаги уже настелили пол. Здесь единственный пол без утеплителя. Но это сени, как бы мы не стали уже ничего занимать, тем более утеплитель кончился. Вот. Тут вот такая вот штука. Это крышка. Она открывается, как-то так вот она открывается, крутится. И вот если сюда носить воду, потом спаять трубы красивонько, поставить насос, насос у меня есть, и завести это уже в дом, чтобы под напором. Я датчик давления уже купил, двигатель уже купил, вот. Трубы у меня, ну, там осталось еще маленько, чуть-чуть докупить. И, в принципе, можно будет провести на воду, но сейчас пока есть дела чуть-чуть поважнее. Вот, и к этой воде уже будет подключаться, потому что она там будет под давлением уже, потому что будет двигатель качать. И к этой воде уже можно будет подключить стиральную машинку и бойлер, чтобы воду грел. А тогда можно и умывальник уже какой-нибудь красивый ставить, и ванну, и все на свете. Вот. Но воду пока придется таскать вручную. Все, наверное, все рассказал. Вот такие дела. Ну и отработанная вода, конечно, уходит в канализацию. Наверное, нужно будет еще снять ролик под названием «Куда девается вода?». Ну, давайте я вам теоретически расскажу. Поверьте на слово, вода девается через весь дом, под полом прокопана траншея этими мозолистыми руками. Там проложена канализационная труба. И эта труба уходит в септик. Септик очень большой, глубокий. И неизвестно, когда он еще наполнится. Вот.
При случае, когда при заполнении септика вызывается машина, и... Ой, все заболели. И... Тихать хочу. И выкачивают все то, что натекло, и увозят. Куда увозят, и вот это уже я уже не знаю, не могу вам рассказать. Ну, куда-то канализация, наверное. Ну, вот, наверное, про воду все. Все. Всем пока еще раз. Пишите комментарии. Пишу какую-то. Записываю какой-то. Как в песок. Никто ничего не пишет. Ладно, пока.